Паша, что ты ешь? А? А? Давай активней. Отмонтируйте, пожалуйста. Не, ну если смог устать, такое ощущение, будто ты... Ладно, я молчу. Не будем об этом. Тупо заехали в Кировоград. Камеру свою убери. Камеру вырубай. Камеру убери свою. Все, меня тут уже бьют. Чудо-образом добрались до Кировограда. Я уже бежал. Сотку. 10.93. В принципе, слабо. Лучше, чем ничего, да, скажи? Лучше, чем Николаеве 10.8, да? Да, 10.8 бежал. Завтра вот с этими пацанами бежим. 4 по 100, 4 по 400. Что, мы выиграем что-то, как ты думаешь? Хер бежит. Ну, 4 по 100, ну, я думаю, у вас шансов как бы... Нет. Шутка, пацаны, все побьете, молодцы. Сейчас еще пацанам сегодня бежать 400, буду их снимать. Да? 7 часов вечера. 7 часов вечера. Приходим. Вы бегали в 7 часов вечера, скажите, на своем руках? Я лично нет. На 20-й год занятия легкой атлетикой я ничего не делал в 7 часов вечера. Пацаны идут домой, короче. Ну как бы. Тут как бы без комментариев. Пацаны как бы из Николаева. Валера в главных ролях, 13-й район. Николаев продакшн. Ну чё, народ, погнали нахуй! Ебаный в рот! Я снимаю! Я думал, там намного. Ну что, пацаны, погнали! Кстати, можно выдвигать скорость? И ты приземляешься в клуб и начинаешь танцевать! Ну если только через забор. Проход только через забор открыт. Люди тут интересуются. Ну мы же с Николаем, мы всегда подсказываем, как. Да, нас всегда проход открыт. Там если не... Обычно только задний проход. Я что-то сильно много приколов снял уже первые 5 минут. Я Валеру специально позвал к нам жить, чтобы... Да, пацаны меня позвали. Чтобы пропиариться. Так бы я спал на вокзале, короче. Я ваши инстарумчики оставлю в описании. Да. Пиар. Подписывайтесь, на вас вряд ли кто-то подписывается, но ничего. Ставьте колокольчик вверх. В инстаграме нет. Колокольчики. Как видите, я не очень активный пользователь инстаграма. Сука, на дебила похож. Сейчас, подожди. Сейчас. Давай, я готов фоткать. Ты фоткаешь? Фоткай, давай. А ну дай со вспышкой, подожди. Давай со вспышкой, больше темно. Давай. Вы как шакалы носите. Давай, да сфоткай. Давай. Да дядя. Да на. Все. Не хотят, чтобы я их снимал. Я буду жаловаться в полицию. YouTube полиция. Как обычно. Мне это напоминает очень Луцк. Как мы Дудником сфоткались. Дудник, тебе опять привет, короче. Если ты будешь смотреть это видео. Короче, не фоткаться, задолбали меня вообще реально. Сколько можно фоткаться? Тут фоткаться негде особо, смотрите. Тут ничего нет. Вообще город какой-то. Прикольно, но ничего нет. Ну что, пошел, готов рвать? Покажи свои комментарии. Просто глупые вопросы. Да, да, да. Короче, бежим эстафеты. И будет всем жопа, ну либо нам. Я думаю, призовые места займем, посмотрим. В Питерок что поднялся. Валера, что ты всех обманываешь? Кому-то нравится. Никто не победовал. Посмотрим. Так я же буду стараться, мы все будем стараться. А куда мы идем с сумками? Я извиняюсь. А я не знаю. Короче, ищем своих. We'll be right back.
Что, поздравляйте, мы первые в серии 100. Андрей задумал. Сидим возле мусорника, сейчас 4 по 4. Пипец. Тупо жестко. А сидим, потому что не очень классно. Не очень под мусорником. Сейчас будем рыгать под мусорником. Что там? Тупо через 10 минут уже бежим 400, только что пробежали. Возле мусорки снимаешь? Ну да, это, ну, это фон как бы нормальный. Короче, я не понимаю, что происходит. 4 на 100 первые, 4 по 400 вроде вторые. Короче, выиграть уже можно. Да, Паша, говорю, мы чемпионы. Что ты, говорю, чемпионы мы или нет? Ну, почти. Как выглядят призеры и чемпионы? Как выглядят призеры, как выглядят чемпионы? Как бомжи сидят тут. Что-то не вижу радости на ваших лицах. Радости? Да. Паша, такие чайчики классные. А тупо. Нос какой, смотри. Блин. Нормально. Чем отличается парни от девушек? Фотки. А вот он просто чехол подержал. Там назад поля. Ничего. Тупо вон. Не так на каждое соревнование. Так, ты готов? Это, по-моему, победная Николаевская область. Да. И побеждает... Сейчас скажешь другую. Республика Крым. Я бы так не шутил. Пальцы не попадают? Да ты шо, я короче, с этим идут вперед, обойти ногами. Украина, если стала команда Николаевской. Молодцы, молодец, ты молодец вообще, ты прям молодец. Братан, что там за кандидат?
Где-то, где потерял? Да там, по-моему, Валера потерял со Святом. О, Валера, на кандидатов. Выронил.